Фух, и снова я, Александр Кривола, печенье. Ребяточка, бордюрная розочка. Ай, красава, ай, красивая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Разноцветная бордюрная розочка. Очень-очень красивая. Да? А как вам такая розочка? Красавица тоже, да? А как вам такая розочка? Красавица, да? Ай, красава. Красивая, да, ребятка? А как вам такая розочка? Обалдеть. Я балдею. Я балдею, ребята. А такая розочка? Каждая роза своя красота. Да? Каждой розочке своя красота. А такая розочка? Обалдеть. Тоже красота по-своему. Красивая розочка. А такая красота, а? Ай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Красава. А такая красавица, а? Ай. Ай, красава. Ай, красиво. Я балдею. А такая маленькая красавица. Ребят, маленькая красавица. Сколько она? Сантиметров 15 от земли. А своя красота у нее. А такая роза. Очень красиво, да? А такая розочка, а? На этой розочке еще и бутончики есть. Много. Ну, розочка обалденная. А такая роза. А такая розочка яркая, желтая. Смотрите, сколько бутончиков на красавице здесь запрятано, да? Ай-яй-яй-яй-яй, красавица. Ай, красавица. Ребята, красавица, да? А такая красавица. Люблю я красные розы. Красавица, да? Ух ты. Красава. А такая красавица, а?
И бутончики есть, еще все будет цвести. А эта маленькая красавица запряталась в тени. Обалдеть, да. Красивая, да? А такая простенькая роза, но зато красивая. Очень красивая, да? А такая роза, красавица. А такая красавица. Не обалдею. А такая красавица. Ребятка. Красавица. А такая красавица. Ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят.